Книги написаны чернилами, но какие истории стоят за ними? Какую часть души автор оставил в них и что он хотел нам показать? Усадьба Мелехова – это место, где живет душа великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Здесь была создана знаменитая «Чайка». Здесь жил и творил Чехов. Здесь и по сей день ставят спектакли, проводят выставки, учатся создавать и творить, сохраняя дух русской культуры. Почувствуйте себя Чеховым, пусть хоть на один день, на родине Чеховской «Чайки».